выражаю свои соболезнования Кадырову и его ближайшему окружению. Я понимаю, насколько вам, наверное, больно это осознавать. До меня уже доходит информация, что после активизации действий наших соотечественников, проживающих в Турции, Хасана Халитова и других, что после этого вы спешно покидаете Турцию, что вы спешно продаете там свой бизнес. Джохар Дудаев был горским евреем, и жена его тоже, и он никакого отношения не имеет к Чечне, говорит. Джохар Дудаев был чеченцем. Почему Ченье не хотят построить памятник Дудаева Джохар? Центр Грозного, российские бомжи, герой делает, они памятку строят. Так, по поводу памятников, кстати говоря. В Турции, в Стамбуле, точнее, ну, это какой-то пригород, видимо, Стамбула, там открылся парк имени Джохара Дудаева. Это произошло на днях. Открытие было официальным. И это очень радостное событие, так как увековечение имени Джохара Дудаева, символа свободы, символа нашего сопротивления, нашего первого президента, увековечение его в Турции, это очень серьезный такой посыл в адрес России и российских наместников в Чечне. В то время как кадыровская власть пытается где-то в странах Европы, в основном в балканских странах, Сербии, там где-то в Боснии и Герцеговине, они пытаются что-то, какие-то там мероприятия от имени Ахмата Кадырова проводить, и озаглавливая это тем, что якобы вот в Европе увековечили имя президента, там, нашего спасителя, президента и там, так далее, Ахмата Кадырова. В это же самое время в Турции увековечивают память действительного, настоящего первого президента независимой свободной Чечни Джохара Дудаева. Это все происходит в контексте событий, как профилактическая беседа с кадыровцем, матерым кадыровцем в Стамбуле. Профилактическая беседа с еще одним представителем кадыровцев, который затем уедет домой и будет махать там пальцем. В контексте ареста 6 киллеров, шпионов российских, большинство из которых имеют чеченское происхождение и связи с российским наместником в Чечне. Люди, которые приехали туда явно для того, чтобы отомстить за профилактическую беседу, проведенную с матерым кадыровцем. И вот в контексте всех этих событий потом туда приезжает Рамзан Кадыров после ареста этих шестерых, приезжает туда с каким-то блогером азербайджанского происхождения Гусейном Гасановым, явно для того, чтобы провести какие-то встречи, как-то попытаться уладить вопрос с этим арестом. И вот следующий ход, точнее, следующим ходом было официальное предъявление обвинения этим шестерым киллерам. Мы из этого поняли, что договориться не удалось. И вот следующий ход, да, парк имени Джохара Дудаева в Стамбуле, это уже такая окончательная такая точка в этом вопросе, которая показывает, как настроена турецкая власть и турецкое государство в отношении чеченского вопроса, в отношении России. И это очень радует. Это очень крутое событие. Здесь больше, оно больше символичное, понимаете? Не столько важно, что там будет этот парк, что... Нет, это чисто такой символ. Парк имени Джохара Дудаева – это то же самое, что парк во имя чеченского сопротивления. Это как увековечивание чеченской борьбы за свою свободу. Это как сказать, что мы за то, чтобы Чечня была независимым государством. Мы не за то, чтобы она была частью России. Мы против этого. Это вот то же самое. Как будто бы на официальном уровне было вот сделано такое заявление. Поэтому это очень круто. Я очень рад, я поздравляю всех нас с этим событием. И выражаю свои соболезнования Кадырову и его ближайшему окружению. Я понимаю, насколько вам, наверное, больно это осознавать. До меня уже доходит информация, что после активизации действий наших соотечественников, проживающих в Турции, Хасана Халитова и других,
что после этого вы спешно покидаете Турцию, что вы спешно продаете там свой бизнес, делаете объявления внутри своих каких-то кругов, что вы там продаете отели. Все, что нажито было непосильным трудом на турецком побережье Средиземного моря, все это приходится теперь спешно продавать. Это очень радует. Как у нас говорят у чеченцев на базарах, мехалюлил, пусть это все у вас реализуется, я вам желаю этого искренне. Ну и всех нас, конечно же, поздравляю с этим событием. Джохар Дудаев был горским евреем, и жена его тоже, и он никакого отношения не имеет к Чечне. Говорит, Джохар Дудаев был чеченцем из чеченского общества Орской, из Тайпа-Цичой. Но даже если бы Джохар Дудаев был, как ты говоришь, горским евреем, он бы был нашим горским евреем. И он бы имел прямое отношение к Чечне, к чеченцам и ко всем народам, проживающим в Чечне. И он был бы нашим первым президентом, неважно, какая была бы у него национальность. Он был чеченцем, но даже если бы он был горским евреем, он был бы нашим горским евреем, и мы бы его любили и уважали, и мы бы его увековечивали, и радовались бы тому, что его увековечивают в других странах и государствах. Это уже, кстати, не первая страна, Турция далеко не первая страна, которая увековечила Джохара. Как вы знаете, в Литве, в Латвии, в Эстонии, в той же Боснии и Герцеговине увековечено имя Джохара Дудаева. В Польше, в Варшаве есть ронда, круг такая, площадь имени Джохара. Так что Джохар — это легендарная личность, которого уважают во многих странах этого мира. А вот Ахмат Кадыров — это предатель, которого хотят выдать за героя, его последователей. Но получается это, ну, я откровенно говоря, очень дешево. Не получится у вас. Вообще плохо, как говорится, плох тот герой, геройство которого нужно как-то доказывать, а тем более нужно фальсифицировать. Такой герой очень плох. Никто в Чечне не лоббировал открытие каких-то там мемориалов, увековечивания имени Джохара ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Турции. Никто это не лоббировал, ни мы давили и просили это сделать. Это, разумеется, там везде есть какая-то наша община с ними, это все делалось в каком-то контакте с ними, но не мы являлись заказчиками этого. Эти государства сами были заказчиками, они сами были инициаторами того, чтобы увековечить имя нашего президента. Какие-то депутаты или государственные чиновники выступали с этой инициативой. А вам же, кадыровцам, приходится самим платить деньги, покупать кого-то, лоббировать, чтобы где-нибудь на Балканах какую-нибудь там улицу назвали в честь вашего предателя. Ну, а то, что происходит в арабских странах, там, в Иордании, то, что вы открыли эту улицу и какой-то мемориал, то, что вы там, в других каких-то арабских странах можете там, его изображение куда-то на здание транслировать. Ну, это говорит о положении этих арабских стран, их лидерах. К сожалению, не с лучшей стороны это их рекомендует. Но опять-таки, все то, что делается там, делается не с их инициативы, делается с вашей инициативы. Вы вынуждены везде пропихивать вот эту вот идею его героизации.